Что ж, так и вновь, как обычно. Здравствуй, дорогой зритель. Не виделись мы с тобой уже на протяжении моих реальных 2 дней. Практически 2 дней. Когда... После окончания предыдущей записи мне вдруг захотелось взять и отдохнуть. Потому что вся та прекраснейшая прокачка, которая у нас, как всегда, остается за кадром, изрядно меня утомила. А так как дальше у нас с тобой ждет просто высокоуровневая эпичность, нужно быть полностью свежим, собранным и готовым. Так что, если ты сейчас такой же, как я выше описал, как обычно, усаживаемся поудобнее, надеваем свои прекраснейшие девайсы, и коль вновь-таки все вышеуказанные действия проделаны, поднимаем наш градус эпичности. Ну и соответственно, полетели.
Это было непросто, но мы справились.
Да. Надеюсь, тебе этого будет достаточно. Да. Третий раунд.
вытянул таки. Несмотря ни на что, вытянул всех. Ну ты, падла, сейчас мне ответишь. Вот это сейчас был опасный момент. Фух, повезло.
вытянул. Красавчик. Это была сверхтяжкая битва, но мы вполне справились с нашей задачей. Надеюсь, тебе третий контрольный раз докажет, что мы так и можем. Или еще хочешь? Thank you.
Что ж, вот, собственно говоря, так вот и заканчивается это прекраснейшее, эпически выносящее глава. И что же впоследствии всего произошедшего будет ждать наших главных героев далее? Давай же узнаем через мгновение.